Где взять деньги переселенцу, который настроен основать микробизнес? Если нужен стартап или базовые знания о предпринимательстве, контакты организаций, которые помогают вынужденным мигрантам начать свое дело, далее в инфографике. Деньги на открытие своего дела можно получить по проекту грантовой поддержки малого бизнеса переселенцев программы развития ООН. В рамках проекта реализована 271 бизнес-идея. В мае этого года стартует обновленная программа мини-грантов. В зависимости от количества созданных рабочих мест на воплощении бизнес-плана внутренне перемещенное лицо может получить до 200 тысяч гривен. Если вы переселенец и желаете открыть или восстановить свое дело, вы также можете подать заявку на конкурс грантов в размере 10, 15, 20 и 25 тысяч гривен от Международного благотворительного фонда «Каритас Украины». Заявки принимаются по 31 марта текущего года включительно. Подать ее можно в региональных офисах фонда либо в онлайн-режиме, отправив письмо на электронную почту организации. Форму заявки можно получить в бумажном виде в любом региональном офисе «Каритас Украины» или скачать на странице фонда в Facebook. Помогает средствами переселенцам, бизнесменам и Международная организация по миграции. В Украине с 2014 года МОМ реализует программу развития микропредпринимательства для ВПЛ. За это время в 18 регионах страны около 4000 вынужденных мигрантов прошли учебную программу в области развития собственного дела. Около 2000 переселенцев получили гранты размером до 2500 долларов США на конкурсной основе. В этом году Крымсос при поддержке USAID продолжит программу учебной и менторской помощи бизнес-инициативам переселенцев. С февраля по июль пройдут два бизнес-лагеря и внутренний грантовый конкурс для их участников. Планируется выделить 5 грантов на развитие бизнеса по 50 тысяч гривен каждый.